Миро, ты исполнил булит, словно Никита Кучеров. Кучеров? No, I think I just, it was lucky call. And, Нет, так получилось, что шайба чуть сошла с клюшки. Что скажешь об игре с Амуром? Забили 4 гола. Это большая победа для нас. В этот вечер впечатлила ваша атакующая линия с Хривиком и Семиным. Да, мы хорошо отработали, забили несколько шайб. Нам надо сохранить победный настрой. Когда будет хет-трик, Миро? Болельщики ждут. Я не думаю об этом. Нам нужно побеждать. Если хет-трик придет, пусть приходит. Впереди Витязь ждет игра с Кунлунем в ближайшую субботу. Это будет сложная игра. Там много канадских парней. Да, нам будет тяжело, но мы постараемся.